такую погоду, на таком поле, да, на первый план выходит не мастерство футболистов, не техника, тактика, а бойцовские качества, желание победить, что мы сегодня и продемонстрировали. Понятно, что наша команда немножко помастеровите и при других обстоятельствах, возможно, показали бы более качественный футбол, но, тем не менее, победа есть победа, и, на мой взгляд, мы заслуженно победили, и в последнем матче, и эта победа нам была очень нужна, мы ее добились. Пожалуйста, вопрос. Игорь, вы сказали, что победа вам была нужна, то есть задача на сезон остается, выход в РПЛ? Задача у нас есть, естественно, да, но глядя в турнирную таблицу, с одной стороны, можно подумать, что уже и там задача, наверное, невыполнима, но мы двигаемся от матча к матчу, еще раз говорю, мы играем, готовимся к каждому, с каждой следующей игре, да, у нас что-то получалось, что-то не получалось, но, тем не менее, еще раз говорю, была очень важна именно победа, чтобы зиму идти именно с хорошим настроением.